ladies, I know it's getting cold out, you know, holiday season. I know them boys need DMs, but once you come inside, I got some fire for you. Ayy, I'm put together like extra effort, that's how I'm living. And these pretenders, they so pretentious. I hope they understand I'm seeing through it. I speak it fluent, I never do it. And all the DMs, they be popping every single time they dropping now. Bunch of boys on the gram, I swear. You need a man with no Peter Pan, I'll take it there. And you been looking like a really be a target. And I want you like you want me, baby girl, let's get it. Yeah, yeah. Be great. Yeah. Ooh. Let's go. Chick so bad, she never met Santa. She bad. Yeah, I don't even care, I never had manners. No way. Yeah, been a couple years, y'all must have stand. I do. Hey, same way you rap, cause you just can't stand it. Into my head, it gave me danger. I go in and the girls go crazy. That's crazy. Yeah, holding me tight. У нас уже все игры с Краснодаром такие получаются. И первая была, когда мы после третьей четверти вели 20, они догнали, выиграли в концовке. И сейчас, наверное, самая главная такая причина была то, что мы немножко не были готовы, что они поставят зону. И как только они поставили зону, у нас немножко сломалась игра в нападении. Плюс они забили там пару тяжелых трехочковых. И всегда, какой же раз происходит, что... Они, играя дома, как бы болельщики гонят вперед, они чувствуют кураж, тем более такая команда, которая очень легко может поймать кураж, там тоже Барфорд, а если начинает забивать. Ну вот, и из-за этого так получилось, то, что они вернулись в игру, а мы как раз наоборот потеряли этот ритм из-за того, что они стали против зоны. Но отдать должное всем ребятам, всем парням, то, что все равно бились и... В конце показали характер, не сломались и все-таки довели дело до победы. Я знал, что я второй раз не промажу. До этого после пик-н-ролла промазал, а когда Трент отдал уже второй раз, я понимал, что этот будет там 100%. Я думаю, поможет, наверное, в плане того, что не должно у нас быть такого вот какой-то зоны расслабления, наверное, во время игры, потому что вели 25, если бы мы, может быть, так легко бы выиграли игру, может быть, это могло там сказаться на настрое с ЦСКА. Хотя я думаю, что все ребята опытные, все ребята понимают, что ЦСКА в этом году играет прекрасно, и не зря они уже досрочно стали чемпионами регулярки, поэтому я думаю, что мы будем выходить, биться, и после того, как обыграли их там, перед своими болельщиками будет приятно играть, и я очень надеюсь, что будет полный зал, и поддержка будет на уровне.